Итак, как тебя зовут? Катя, меня Сергей зовут. Меня смотри, тоже Катя зовут. Моя задача, я сейчас покручу, ты постараешься удержать. Вы посмотрите принцип, как происходит, а потом спокойно поиграете. Задача через вращение, подержи. Через вращение. А что, слетело, да? Да. Только аккуратно. А ты попробуй. А еще вот так ты можешь. Сергей Геннадьевич! Прямо Сергей его, Геннадьевич, пускай. Можно попросить? Давай. Будешь как запахи бока. Самый молодой казачонка. Давай, дерись. Надо вот так. Молодец. А как вот так крутишь над головой, покрути. Крути над головой, как ты над головой крутишь. Молодец. 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 Готов? Твоя задача держать крепко, чтобы он не смог выводить тебя его из руки. Попробуй Да не отрубите вы себе ухо, не волнуйтесь. Конечно! Даже если половину скорости звука преодолевает, врагу так минимум распишут. Давай. Не поднимай. Хорошо, второй. Отлично! Сегодня у нас здесь также будет, вот сейчас мы организуем, вот там вот тир, планировочка шашками. Покажем, как планировать шашками правильно. На улице света разобетованные. О, зеленок мало. Конечно, не можно, а нужно попробовать. Максим! 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 Первое боевое ранение, ничего не страшно. Я отхожу отошла. Правильно, о безопасности надо заботиться. Так, вот так. Ой, Настюша, вот смотрите, здесь как. Зачем нужно это издевательство над овощами? Ну, не вешай же головы сюда. Рубить. Живые. Шашки. Хритами, чем угодно, палками. Бывает. Легко.
бьете? Вот, вот, да, да, если да, видишь, что снаряга не пользуется, взяла, отнесла туда как бы. И наоборот, привлеки тоже, палку возьми. То есть задача контролировать площадку, чтобы никто не подходил там палку. Возьми у ребенка покрути тоже, да, часто в игре во всем действии, да, разминайся, я обещаю, что вперед, назад. Вот. Почему? А я тебе вот, допустим, ты взяла, да, видишь, паренек не делает. Взяла, девочка там держит, пошла. Пам-пам. Ой, а что не держишь? Ну, и держишь. Раз, раз, раз. Ой, опять не держишь. Сейчас надо размяться. Ну, я буду снимать процесс разминки, давай. Смотри, как, чтобы тебе ничем не прилетело. Я и так стараюсь подальше от опасных мест стоять. Опасные места. Чё ж мне теперь вообще в болото тогда залезть? Самое отделочное, это все, что нам способно, боец. Это все, что нам способно. Давай, 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 а все, ну сколько нужно? Вот 5 не выдали. 5 еще кто их будет набрать. На, возьми. Что можете, любимушку? Танцевать, притащить. А я и Настя, дать, уже включаю. Не проще отрезать? Ага, нет. У меня ножницы есть, я могла бы принести. Да, можешь, переводи ее вон туда. Сама туда, переведи подальше, чтобы вы выстрелились по этой. Прям туда вообще, прям туда, туда, сама туда. Палатка. Можно, смотри, вообще классно, парень работает, чуть-чуть подальше, пройтись подальше. И перебрасывай друг другу бревна. Ну смотри, вот, на предплечье. Лови. А, я кнутом заебашу. Один поймает, давай, я брошу. Не, только это потяжелее бревно, не, чем вот это. Давай мы этим. Давай. И вот так вот. Все, 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 давай, я тебе тебе. О, вот так. О! Видимо, оператору работать опасно. Теперь смотри, можно за поясницу его взять. Проиграть всевозможно просто. Крути его. Теперь немножко руку встречаем правую, допустим. Надо, ну тебя вот. Что, мы друг друга, да, за впечатление? Да. Все хорошо происходит, играем, Камбоджа с нами. Мужчины крутят, все счастливые. Не, я могу, конечно, еще чем заняться. Пой, например, покрутить. Как? Пой. Нет, ты можешь пой покрутить, можешь вообще камеру выключить, да, давай. Если устала сама. То есть надо отдыхать, наслаждаться. Мама? Лучше немножко подальше отойдите, а то сейчас вас как... Только аккуратнее. Попробуй, то по очереди. Попробуй, конечно. Вы можете по подальше. Очереди. А это сейчас будем шашечками рубить. Смотри, как закинуть.
Аккуратней. Свободную руку. О, молодец. Свободную руку возле лица держи. Вот здесь. Не, ну, наверное, сейчас это самое. Тём, наверное, надо сокращать. Что такое? Дай покажу. Просто сейчас палки возьмут, начнут друг другу. Нет. Нет. Это как раз вот. Это. А их кем-то. Они мягкие. Это баллон. Бревно. Дерево бревно. Давай. Иди, тебе дали снимать? Иди снимай. Да. Да я и не пристаю особо. Мы так казахами станем, кого это. Самое главное, казахами. Да. Как-то не так. Нормально делает. Нормально? Вот. Сейчас сзади попробуй. Вот. Смотри, будет проще. Видно. На них не стоять, вот на видео, конечно, на видео. Такие вещи нужно на видео снимать. Где еще казахской плеткой можно вот так кубики пошибать? Конечно, только на Камбодже. Тут, по-моему, здесь как-то вообще опасно стоять. Ну да. Отлично, еще. Вот. Вот. Максим, пойдешь? Да. Давайте все сходим. Вот как раз эту картошку я сделала. Я специально сказал, надо было тыкву, но тыкву бы не выдержала. Там какой-нибудь покрупнее. Потом кабачок и картошку. Настя, поможешь? Пойдем за картошку. Нет, картошку поешь. Пойдем за картошку. Иногда.